про что же, где везде говоришь, что как я бы вот. сказал? Что, вот одно назови. Вот, его выгнали из Правда Файтинг, как собака, ну там, да. туда-сюда. Не, не надо вот это всякой ерундой заниматься, понимаете? Его выгнали. Я по факту. Тебя какая разница? Ну, все. Тебя какая ну, разница, хорошо. кто мне сказал, что нет? Дальше что? Ну, вот я сказал, дальше что? Стоп, подожди. Если я это сказал, значит, я неадекватный, если я говорю людям правду. Или что? Это неправда вообще. Откуда ты Ты вообще, знаешь? Стоп, ты вообще откуда мне ты? не... Не, послушай, ты вообще мне не нравится, как есть, я говорю тебе. Хорошо. Знаешь почему? Потому что я мужик, а мужик мужику не должен нравиться. Правильно? Есть исключения, могут. Ну, ты же не голубой пацан, чтобы я тебе нравился. Правильно? Что еще раз? Ты же не голубой, ты же не педик, чтобы я тебе нравился. Правильно? Нет, дело не в этом. Это я тебя говорю, как есть, понимаешь? Как? Я тебе говорю, как есть. Ну, вот, Нет, ты не можешь... ты послушай меня, послушай. Да, я... Когда ты, вот, допустим, я тебя вот говорю, как есть. Когда ты что-то увидишь, вот, допустим, реально у тебя, как он сказал, реально, я тебе серьезно говорю. Это не этот, не отмазку, как не подъеб. Я тебе серьезно говорю, как, когда ты увидишь его, блядь. Реально твои губы трясутся. Я тебе Подожди, серьезно говорю, подожди. блядь. Вот если ты так говоришь, ты уверен в своих словах, как я тогда с ним поехал драться? Если я боюсь его. Он тебя Не, как, ну, тебя стоп, отключил. Я не сомневаюсь, стоп, нет, я не сомневаюсь. Ну, Я ты видел, же говоришь, это ты же видео, говоришь то, что я боюсь там и губы трясутся. Я же поехал с ним драться, а кто боится, у кого губы трясутся, они же не будут Не. драться, правильно? Послушай, он тебя отключил, ну, Хорошо. ты признай, как Тогда... мужчина, блядь. Хорошо, ну вот, я подрался с ним, правильно? Ну, и что? Стоп, выиграл, проиграл, разницы нету, я приехал, я подрался с ним, правильно? И дальше? Значит, я не боялся этого человека, правильно? Значит, я мужчина, ну, а ты сейчас причем пиздобол, тут... правильно? Потому что Кто ты... пиздобол? Пиздобол Ты это ты, пиздобол, конченый пидорас. Ты видишь? педик, понимаешь? Ты только материшься, потому что тебе 100 рублей не дали, и ты сейчас начинаешь дальше продолжать. Ты же дешевка. Вот ты конкретная дешевка, которая пытается хайпануть. Но ты хайпуешь не на том. Ты даже по факту ничего не можешь ответить. Про Чоршанбе ты сейчас начинаешь говорить, потому что это самая хайповая ситуация. В смысле? В смысле хайповая? Ты о чем ты говоришь, малыш? Потому... О чем ты говоришь? Малыш, у меня между ног, когда у тебя во рту окажется, будешь говорить о большом. Я тебя покажу между ног, какая я малыш, вот понимаешь? Ты говоришь, вот ты меня поймаешь. Я сейчас нахожусь в Одинцово. Ты приедешь сюда? Вот я тебе говорю... Вот Давай, ты... скинь, не, послушай стоп, меня, подожди. скинь меня. Одинцово... Не, подожди, послушай, дай договорить. Заткнись. Я тебя слышал, нет, дай договорить. Я тебе не дам говорить, потому что ты ебалай. Теперь слушай сюда. Одинцова, Садовая, 24. Я тебя слушать не собираюсь, конченый, послушай меня. Ты ничего не можешь, потому что ты фуфлометчик. Потому что ты не мужчина, потому что ты конченый, понимаешь? Видишь, ты только можешь... Это реально, это все знают. Стой, вот ты только можешь говорить, но ты не можешь выполнить, понимаешь? Ты уже ничего из себя не представляешь. Вот я тебе говорю, ты меня вырубить хочешь, я тебе говорю, Одинцова... Говорю адрес, ты не приедешь, потому что ты не мужчина.